Жили в квартире, пока не объявился законный владелец. Судебные приставы из жилья на улице Златоустинской в Ярославле выселили семейную пару. Оказалось, супруги не знали, что у квартиры есть собственник. Владелец недвижимости умер, а жилье перешло к его супруге. В сложившейся ситуации пара винит посредника, который ничего о наследниках не сказал и предоставил поддельные документы. Супруги намерены идти в суд. Гражданка заявила о своих правах, вступление наследования на имущество, и суд постановил освободить недвижимость. Судебные приставы проконтролировали исполнение решения суда. Семья покинула квартиру, передав ключи представителю взыскателя.